Мы любим праздники, их много, и каждый праздник вехой стал на длинной вековой дороге, страниц всех память пролистал. Но есть средь празднований разных, что чередой уходят в тень. Общение с Богом, сердцу праздник, он у кого-то каждый день. Любовь, она влечет к общению, как та невидимая нить. В неизъяснимом ощущении с Творцом в одно соединит. Какая честь, какое счастье, сам Бог великий и Творец с тобою пожелал общаться, ведь ты творения венец, нет ничего достойней и краше с ним быть в общении, как с Отцом, и спить из благодатной чаши, склонившись пред его лицом, ему рассказывать все тайны, всю глубину души раскрыть, все, от чего твой дух печальный, он может в радость превратить. В одной гармонии, в единстве, как будто зришь ты пред собой с благоговением и с чистым чувством, а он здесь рядышком с тобой. И в сердце в сладостном покое ты дышишь небом каждый миг, и льется в душу мир рекою. Ты познаешь, как Бог велик, из уст возносится хваление, и славить Бога так легко, и сокрушаясь в поклонении, ты от земли так далеко, с ним нет желания расставаться, и все, что есть вокруг, ничто, общением чудным наслаждаться, ты понимаешь. Понимаешь, это то. И кто вкушал плоды общения, в его присутствие входил, кто пережил то наполнение, кому не раз Бог приходил, тот сердце Богу благодарным захочет с ним в общении быть. Общение с Богом – это праздник. Ну как его не полюбить?